Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки. Я Леся Гайдук, ведущая детских праздников. И сегодня я вам прочту новую сказочную историю, которая называется «Коза Дереза». Жили-были старик со старухой, и была у них дочка. Вот дочка пошла пасти коз, пасла по горам, по долам, по зеленым лугам. Вечером пригнала их домой. Старик вышел на крыльцо и спрашивает: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?» Отвечают ему козы: «Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушку поглодали, под березкой полежали». А одна коза отвечает: «Я не сыта, я не пьяна, я по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушку я не голодала, под березонькой я тоже не лежала. А как бежала через мосточек, ухватила только кленовый листочек. Да как бежала через гребельку, ухватила только воды капельку». Рассердился старик на дочь и прогнал ее с глаз долой. На другой день послал пасти старуху. Старуха пасла коз по горам, по долам, по зеленым лугам. Поздно вечером пригнала их домой. Вышел старик на крыльцо: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?» Козы ему отвечают: «Мы и сыты, мы и пьяны, мы по горочкам ходили, травушку-муравушку щипали, осинушку глодали, под березонькой полежали». А одна коза все свое: «Я не сыта, я не пьяна, по горочкам я не ходила, травушку не щипала, осинушку не глодала, под березонькой я не лежала. А как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Да как бежала через гребельку, ухватила только воды капельку». Пуще прежнего рассердился старик, прогнал старуху с глаз долой. На третий день сам пошел пасти коз. Пас он коз по долам, по зеленым лугам, пригнал их вечером домой. Сам побежал вперед и спрашивает: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?» Козы ему отвечают: «Мы и сыты, мы и пьяны, по горочкам мы ходили, травушку пощипали, осинушку даже поглодали, да под березонькой полежали». А одна коза все свое: «Я не сыта, я не пьяна, я по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушку совсем не глодала, под березонькой не лежала. А как бежала через мосточек, ухватила только кленовый листочек. А как бежала через гребельку, ухватила только воды капельку». Старик поймал эту козу, привязал ее, да давай бить. Бил-бил-бил-бил, половину бока отбил. И пошел нож точить. Козоведе дело плохо. Оторвалась и убежала. Бежала-бежала, прибежала в зайчью избушку. Завалилась на печку и лежит. Приходит зайка: «Кто в мою избушку залез?» А коза ему с печи отвечает: «Я коза Дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена, топу-топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету». Зайчик испугался и убежал. Идет, горько плачет. Попадается навстречу ему петух. В красных сапожках, в золотых сережках, на плече косу несет. «Здравствуй, кукареку, зайка! Чего это ты плачешь?» «А как же мне не плакать? Забралась коза в мою избушку, а меня выгнала». «Пойдем, я твоему горю помогу». Подошли они к избушке, петух постучался. «Тук-тук-тук! Кто в избушке живет?» А коза ему с печи: «Я коза Дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена, топу-топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету». А петух как прыгнет на порог, да как закричит: «Я иду в сапожках, в золотых сережках, несу косу, твою голову снесу, по самые плечи, полезай-ка с печи». Коза испугалась, да со страху упала с печи и убилась. А зайка с петушком стали в избушке жить, добыть и рыбку даже ловить.
Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, эта сказочная история вам понравилась. Ну а если так, садитесь поудобнее, будем смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, спокойной ночи, мои маленькие друзья. Пока!